кто у нас духовник этой самой пенсионной реформы. Есть такой гражданин Назаров, который учился в Канаде. Потом он, значит, подвязался на разных, так сказать, финансовых должностях. Его курировал Кудрин. Потом этот самый Назаров стал директором НИФИ, научно-исследовательского финансового института. И этот Назаров получает, который разрабатывал вот эту самую антинародную, антирабочую реформу, он получает 2 миллиона рублей в месяц. В месяц. То есть это он представитель тех людей, которые, ничего не делая серьезного, полезного для страны, ее грабят. Поэтому вот это интересы грабителей он и реализовывает. Поэтому как вы... Вы просто должны констатировать, что буржуазия наша, российская, которая вышла из кого? Что она вышла из изобретателей, из инженеров, из каких-то организаторов производства? Нет. Это же вот так было в свое время, когда была первая волна буржуазии в России. Это действительно было так, когда буржуазия была прогрессивной по сравнению с феодализмом. Она сейчас-то глубоко реакционна. Это все реакционеры. Как же эти реакционеры могут что-нибудь наладить? Они могут только разладить и уничтожить.